Привет всем! Считается, что появление седины – это признак старения, постепенного угасания организма. Многие связывают появление седых волос с безвозвратным поворотом от молодости к старости и первым предвестником множества связанных с этих проблем. Так ли это на самом деле? Миф номер один. Вопреки наиболее распространенному стереотипу, стрессовые состояния абсолютно никак не влияют на появление у человека седины. Джочхин Кота наблюдал людей, переживших серьезные драмы, потерю близких людей, банкротство и многое другое. Ни у одного из них не было отмечено увеличение количества седых волос сразу же после стрессовой ситуации. Так что популярное выражение «посидел за одну ночь» – это просто метафора. Миф номер два. С возрастом меланин, отвечающий за пигментацию волос, действительно начинает вырабатываться хуже. Но для каждого человека этот процесс индивидуален. Скорость появления седины не зависит от места проживания, физической формы, питания и состояния здоровья. Ученые заметили, что одни люди начинают стремительно седеть в 20 лет, будучи совершенно здоровыми и полными сил, а другие всю жизнь страдают от хронических болезней, но даже в возрасте за 50 не имеют ни единого седого волоска. Миф номер три. К сожалению, не существует таблеток, микстур и мазей от седины. Точно установлено, что прием комплексов витаминов и биологически активных добавок не способен восстановить выработку меланина и вернуть волосам цвет или хотя бы остановить появление седины. Что бы ни обещали производители препаратов и народные целители, избавиться от седины невозможно. Миф номер четыре. Появление седых волос не зависит от других процессов, протекающих в организме, в том числе и тех, что связаны с постепенным увяданием. Изменения в костях и суставах, появление морщин, возрастные процессы во внутренних органах – все эти моменты не оказывают влияния на появление седины. Большую роль играют наследственные факторы. Чем раньше поседели ваши родители, тем быстрее это ждет и вас. Миф номер пять. Как это ни грустно звучит, но что бы вы ни делали с седыми волосами, восстановить их пигментацию уже не удастся. Ни выщипывание, ни окрашивание, ни какое-либо другие процедуры не помогут вернуть волосам прежний цвет. Поэтому если вам пытаются навязать некую терапию, призванную убрать седину, не верьте. Напоследок хочется сказать о том, что не стоит делать из появления седины трагедию. Не забывайте, что вы можете оказаться среди тех людей, кому она придает особый лоск и аристократизм. Внимательно посмотрите на себя в зеркало, прежде чем бросаться в бессмысленную погоню за утраченным меланином. Делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк сверху. До новых встреч, мои хорошие!